Всем привет! С вами опять Друг народа. С нами Леонид, Миша. И сегодня у нас обзор ростеров последней команды, последней по списку, но не последней по значимости. Мы сегодня будем рассматривать ростера тайной команды на челлендж к ЕТЦ 2019 года. Без лишних кивоков мы переходим непосредственно к обзору ростеров. Первый у нас на трибунале на линчевании — это Валентин Аронов со своими эльдарами. Приступим. Два батальона. Один на лайток, другой у нас... А лайток. Неожиданно. Ростер претерпел небольшие изменения с осени, но тем не менее это Автарх на байке, Варлок, 3 по 5 рейнджеров, снайперов, 5 серпентов, оружие победы. Тут с векторками. И с камушками. Ну, по полной просто. Ну, терпеть так терпеть. И во второй бригаде форсир, 2 спиритсира, еще 15 рейнджеров. И 6 шайнингов, и 7 шайнингов. Леонид. Есть забавный нюанс, что у семерки шайнингов экзарх не с прокачанным копьем. Как нам жить с этим? На этом проблемы серпентов почти закончились. Конкретно самих серпентов и прочего. То есть ростер этот мы обозревали еще на осени, он поменялся, то есть здесь добавилась, мне память не изменяет, вторая пачка шайнингов, потому что раньше там был аватар Хейн. Да. Прекрасно. Видимо, не зашло. Или зашла, но не туда. Да. В гости погостить. Вот. И решили, видимо, Степан и товарищи добавить эффективности непосредственно от одного из лучших юнитов, я думаю, не только кодекса, но и, в принципе, восьмой редакции. То есть это шайнинги. 5 серпентов, ну, по серпентам мы уже не будем говорить, уже много-много сказано, много слез, ненависти. Либо хорошо, излит. Либо никак. Да, согласен. Хороший серпент, мертвый серпент. Вот, что скажешь про ростер, в принципе, небольшой. Ну, собственно, все те же серпенты, все так же очень прочно, очень вязко, любят всяких там стрелков, которые не игнорируют минус хиты. Стало больше ХТХ. Хорошего ХТХ, а не аватаров. В этом плане все хорошо. Но, конечно, у серпентов на 5 человек больше плохих матчапов, чем на 8. Притом так ощутимо. И появились орки, которые тоже неплохо себя чувствуют против серпентов. Потому что в ХТХ... В ХТХ, да, и в целом, что ты игнорируешь там, у тебя минус 500 тухит, а у меня автохит и 5 плюс попал. Во-первых, ты попадаешь, а все орки у нас теперь стреляющие, да, вдруг да. Стали. Во-вторых, в ХТХ они стали еще более хорошими. Там этот босс. Да, то есть раньше как у нас серпент просто там в пятнышко заходил сбоку, да, чтобы меньше заходить. А тут можно как бы и сдохнуть. Да. Ну, неожиданно. Или наоборот, дать возможность противнику там и окружить, и там подвигаться к точке, к другой. Или потом уйти там до джамп. Ну, масса возможностей для того, чтобы нивелировать эту вот мягкость серпента. Без сомнения, это осталось. Но, тем не менее, как бы и орки, и все остальные с этим весьма хорошо играют. Ну, 5 серпентов, 5 серпентов. То есть, внутри, либо снаружи рейнджера ездить в них, а шайнинги, соответственно, разбивают лица всем тем, кто либо с ними не играл, либо не готов. Но я думаю, на челлендже уже таких команд нет, которые не знают, что это такое. Думаю, все тренили, все вот все знают, что из себя не представляют, и недооценки шайнингов не будет, особенно когда их там две пачки. Но они тут как контрчарж в том числе, и они тоже, блин, а лайток. И под кастами ты поди их убей. Да, соответственно, ни волков, которые там игнорируют минус ту хит, ни
что у ры... А, у Custodes. К сожалению, их мы не видим. Соответственно, все это в очень большом минус на хите. Но, как бы, ребят, помните, у Лейтока не постоянный минус на хит. В 12 подошли, нормально все заходит. Причем он объяснил, кстати, нюанс по правилам. Достаточно одной модели в отряде быть в 12, чтобы весь отряд бахал. На всех турнирах разруливается, что одной. Достаточно. И на ЕТЦ, и на последнем команднике всегда вот что одной. Так что помните об этом. Это важное уточнение. Опять же, здесь получается 5 магов. То есть все... 4, кажется. 5. Форсир, 21 тира. Точно, Автарх у нас. Ну, Автарх, кстати, такой воин в себе. Клевый парень. Мне нравится. Ну, он хорош, но я просто думал, что возьму там форсира на байке. Он за счет маневра. Форсир, ему можно отдать релик на крылья. И у него будет 12 мув по базе. С фоем. А Автарх — это мобильная раздача реролов и мобильная раздача люлей. Ну, он такой крайне неприятный товарищ. Четвертый инвуль, да? Четвертый инвуль, релик на минус хит, а вайток, стратегема, косты, ну... Улыбаемся и машем. Знаешь, мне даже вот хочется побыстрее перейти к следующему ростеру, потому что это такое, ну вот, мерзкое. Давай. Мерзко, но эффективно. Да, да. Александр Варпсмит Конюхов предал интересы ХСМ, прямо как трейдер ХСМ. Нормально. В какой-то степени верим себе. Да. И перешел за орков. Орки, на самом деле, я считаю, самые интересные орки. Из всех тех, кто есть на челлендже. Вот по компоновке именно. По компоновке, да. По компоновке я точно согласен. Вот. Итак, Spearhead Evil Sons of, Deathkill Warthrak, это у нас босс на байке, Big Mech Mega Armory, 2 по 10 командосов и 3 по 2 пушек Tractor Cannon'ов. Идет. Автохиты, которые... Да. Удивительно то, что они в Evil Sons'ах. Находятся они в Бэтмунах. Пушки? Да, ну, с другой стороны... А им-то все равно. И они автохиты им, да. В принципе, насрать. На них Chapter Tactica даже не работает. И стратегемы не работают. Я все время забываю про это. Да. Потому что они настолько мерзкие сами по себе, что что-то им еще давать. Не, ну, пушки стали все-таки менее поумными, чем были. Там без гречки теперь... Нет, я имею в виду поломными за счет того, что раньше там гречка не выцеливалась, там все дела, это окей. Но по там, боевой роли, по эффективности именно по дамагу. Ну да, сейчас, конечно. Там просто ОП, особенно за счет того, что это 45 очков всего за одну эту единицу, это очень сильно. Ну, в общем, дальше да. Сейчас батальон бэдмунов, это у нас пострелюшки. Два вердака, 15 танкбастазов, 5 танкбастазов. То есть мы видим уже ультразабустачи. Пейнбой, десятка бойзов, тридцатка бойзов, 16 гречинов. 16. И еще один батальон, тоже бэдмунсы, вертбой, варбос. 10 гречинов, 10 гречинов, 30 гречинов и батлвагон с дефролой. Тут мне нравится. Давненько я уже не видел уорков техники на столе. Я бы сказал, 7-й редакции. Не, мы в Моргенштерне, может, тренировали, но мы прям... Нет, я имею в виду на турнире, не видел восьмерки, чтобы с техникой играли. Я не помню, выводили мы или нет, но мы вот прям активно готовили. То есть, ну, это было сомнительно, а сейчас прям неплохо. Сейчас интересно, к тому же батлвагоны апнули, с учетом того. Как из них бить, какие стратегемы, что он сам из себя представляет. Что этот дефрола просто чумовая. То есть аналог суперхэви, только лучше. То есть там те же 9 атак. То есть, ну, только не на 2 плюс, на 3 плюс, не прям не изменяет. Кажется, да, кажется, на 3 плюс. Вот, но там 9 минус 2, 2. То есть там фиксировано. Притом 9 сила, там вроде 8. Нет, 9. Ну, тоже 9. Тоже 3. Вот. Итак, в целом ростер. Впечатление. Вот такая вот компоновка. Самое необычное. Да, ну, тут очевидно 2 пятна, 40 бойзов и 20 бастазов. Командосы? Ну, именно вот эти 2 пятна. А бастазы как раз
там куда-то падают, куда-то отвлекают. Или в вагоне нет, скорее всего. Могут ехать в вагоне, но мне кажется, они будут дипстрайкаться. У них же еще плюс чаржу вроде взят. Плюс один за нет. Evil Sons'ов. Баста за по этим. Нет, я про команду. А, команда сюда, конечно. О. То есть они падают, они хорошо чаржат, у них там плюс вунд по целям в ковре. То есть стоит просто оставить где-нибудь каких-нибудь ребят в ковре, просто падают эти ребята, с реровым чаржа кидают восьмой чарж. Это хороший бросок прям такой. С чем того, что орки у нас рожают? Любой кубик. Да, да. То хоть есть... два, хоть один. Сильно и... карает за ошибки. Можно увести в вагон с 20 бастазами в дипстрайк. Например. Что немаловажно. Бастазов можно просто посадить в вагон, если оппонент не готов его убивать резко и уверенно. Много способов разыгрывать практически любой юнит, и это круто. То есть тулсовость этого ростера, мне кажется, наиболее такая высокая. Да. Но в то же время он более чувствителен к ошибкам. Тут гораздо меньше плотность. То есть там все остальные листы начинаются с 90 бойзов. Угу. Здесь бойзов 40. Здесь этот лист просто с этого не начинается. Да. Ну, здесь смотри, здесь 40 бойзов, условно говоря, 20 командозов, да? То есть, ну, да. Типа 60. Но это все равно чувствуется. То есть, знаешь, не так, что ты сделал, остался в чистом полюшке. Нет, ну, тут еще 20 бастазов, еще машинка, еще пушки, еще гречины. То есть, так-то нет, понятно, присутствие у не маленькое. У остальных-то это тоже есть, но здесь он более вариативен. Да, да, да. Вот что мы можем сказать. Само собой. Тут влияние Степана Андреевича как бы чувствуется сразу же. Это вот вариативность, синергия и, самое главное, мультизадачность ростера. То есть он нормально поиграет с любым противником. И он более мобилен, так вот скажу, на столе. Пожалуй, да, согласен. Говорю, из Арчатина мне нравится больше всего, потому что, ну... Не максимально, с моей точки зрения, использован КПД кодекса, но он очень сильно использует кодекс сам по себе. То есть. Тут да, тут прям вот именно тавтологию, да. Хорошая фраза, сильно использует кодекс. Прям. Ну, кодекс просто прекрасен, а этот ростер, собственно, прекрасно его использует, как я уже сказал. Соответственно, хороший скоринг, есть чем идти вперед, есть плотно идти вперед, есть хорошая стрельба. При этом, да и орки, блядь, хорошая стрельба. Есть эти золотые элементы, там, босс, другой босс, вердаки, поле, все вот прям это. Да, соответственно, и босс, и этот мобильный босс. И вертбой, а, ну, их назвал, да. Да, соответственно, у тебя как бы и магия, и стрельба, и ХТХ, само собой. То есть, по-хорошему, когда мы берем там стандартный разбор ростеров, да, там как дерется, как там с магией, там, ну, вот эти вот стандартные компоненты, а здесь вот все это есть. Да. То есть он и мобильный, он и стол держит, и маэльку, что выполняет, и дерется, и стреляет, и магию. Всего по чуть-чуть, но этого чуть-чуть не так уж мало. Да. Я бы сказал, даже в какой-то степени много. Соответственно, главное, чтобы у Александра не закружилось в глаз, чтобы он помнил все эти моменты и, соответственно, использовал их на поле. Ну, мы знаем, Александр у нас игрок опытный. Посмотрим, как себя покажет. На самом деле, из всех орков мне будет... Мы говорим, что мы будем смотреть за всеми орками, но вот за этими орками мне будет интереснее всего наблюдать. Как они себя покажут и как их разыграют, самое главное. Да, против кого? Это прям интересно. Ну вот, идем дальше. Сергей Бальтазар. А, на этот раз неожиданно, потому что как бы основа не Десгард. Десгарда вообще нету. Мы удивлены таким поворотом, потому что армия даже на челлендж и вариативно, и хороша. Но, видимо, у игроков и капитанов их своя точка зрения на этот счет. Итак, ХСМ, ой, Хаос Демон, Десгард, Тысяча Сынов. Первый батальон демонов, Ченджелинг, Ченчкастер, Геральт, да? Геральт с Ланешки. Причем пешеходный. 2 по 30 пинков, 25 бладлеттеров. Дальше Вангард Десгарда. Это Демон Принц с крылышками. И 3 Блайтспауна. Это говнометки летающие, да? Да. Нет, это не летающие, это пеши. Пеший герой, который отбирает правило того, что ты чаржил.
и жгет. А, там, все, это, огнемет дикий, который. Да, да. Все, понял, да. Все путают эти летающие с двумя огнеметами. Ну, герой крайне неприятный, а в контексте этих Хирохаммеров. Да, он прям. Это отличный герой для Хирохаммера, просто замечательный, я бы сказал. Да. Все там, капитан Степан и там и прочее, вот, очень любят чаджить рядом с ним. Да, да и просто этого парня любят, там он с двух вундов снимает такого капитана. Да, ну вот огнеметом своим профильным конью. Третий дамаг. И рент. Сила 2d6, рент 3, да. Количество выстрелов d6. Ну, плаг вепон, то есть еще калиперы ролит. Ну, почему нет? И, соответственно, третий детач — это тысячники, реман пешеходный, принц, ДПшка на крылышках, сорк пешеходный и трепач культист. Ну, видимо, забить слот было на них. Слушай, на самом деле, то есть получается Хирохаммер. Здесь мы видели подобный у Триксей, да, но да. Там был больше в хордовую составляющую. Здесь апнута составляющая именно хира. Да, да. То есть, если можно назвать, знаешь, так, хирохорд. Да-да-да. То здесь вот эта часть вот хира. Хордахир. Да, здесь хордахир. Главное, чтобы он в хордахир не превратился. По результатам мы посмотрим, что произойдет. Что мы видим? Соответственно, все герои в пинках. Есть дипстрайк часть на бладлеттеров. Да. И для вот ХТХ потенциала, для каких-то этих историй прорыва, есть морталочные герои, ну то есть да, маги. Ну, все, магия. Это тысячная часть, она прям такая отличнейшая. Да, да. Удивило то, что магию пешеходки, то есть мы не надеемся вперед там сильно лезть, я думаю, то вот так вот плотно будет там кольцо магнем. Ну коста пойдет, я думаю. Думаю, этого будет достаточно. Для каких-то этих. Ну, с другой стороны, да, соглашусь, интересно, возможно. Мне все другое, почему как бы был отказ от Десгарда, от Десгарда, от Нургла, собственно, теми ростерами, которыми Сергей играл до этого, потому что они свою эффективность подсказали, видимо, здесь был некий заточ, попытка угадать мету. Это попытка сыграть от того, что мету пытаются угадать. Ну вот, про это и говорю. Вот мы называем Бальтазара, и просто какой ростер Бальтазара? Вот навскидку назовешь, думаю, назовешь. Там мухи, плаги, мортиры. И это сделал бы практически любой серьезный игрок. И, возможно, таким способом это попытка обхитрить. То есть это идет заточ в ростер Бальтазара стандартный, а тут совершенно другой ростер. Совершенно, да. К тому же, я смотрю, наконец-то у нас взяли Геральда Сланиша, будут давать ему артефактик, чтобы включать героев. То есть мы, в принципе, будем когда ТК обозревать, увидим то, что очень сильная заточенность против Хирохаммеров. Да. То есть все ростера могут с ними играть. Кстати, что немаловажно, на тему снайперов. Тысяча сынов — это снайперы. Потому что выцеливающие спылы? Да. Они просто замечательные снайперы и хорошо справляются с этой задачей. С поставленной. Потренировались? Я это еще год назад делал. Ну, да, собственно, на челлендже это и сделал. Год назад. Как раз тысячи сынов, и как раз я играл Герольдом Сланиша против Бальтазара. Видимо, он запомнил. Да, я думаю, он запомнил. К сожалению, теперь спам куриц нельзя взять. А, понял. Ну, вот этих твоих. Козлов. Козлов, да. Ну, взят другой, да. Опять же, пинки. А, на Reinforce, кстати, 190 очков. Да. То есть здесь уже не только этот один хрорец, а там побольше расползется, а может даже и присамонится. Скорее здесь всего. Можно засамонить какой-нибудь интересный юнит, получить какую-то адаптацию к противнику. Да и просто тупо на late game там заскорить, да, что-нибудь. Да, да. То есть это прям хорошая штука, и лишней точно не будет. Опять же, здесь мне кажется, что он менее плотный, чем ростер Триксей. Очевидно. За счет количества. Там 80, но как бы 120 культистов под ФНП в дополнение фирлесных. Там 90, там 10, 40, 40.
А, да-да-да. Ну, 10-30. 80 и еще плюс 40 как бы за Tide of Traitors. 120. Mm. Вот. Да, ну здесь 40. Ну здесь... Я не думаю, кстати, что... Не, кстати, возможно, сделают, чтобы там дипстрайкнуть куда-то. Как говорится, лучше иметь возможность, чем ее не иметь. Ну, кстати, да. Вот. Здесь есть козлы, которые гораздо более хтхашные. Да, да. Это прям и агрессивно, больше... и можешь там какого-нибудь найта убить, например, спокойно. Просто вот как раз решить проблемы с техникой, например. Опять же. Но, я думаю, и антипех, и антиэлитка, потому что, ну, говорю, козлы в чадже, икона есть, инструменты есть. Я думаю, там еще перед игрой докупится апгрейженная. Ну, икона, конечно. Иконка-то да. На 3D6 всегда приятнее чаджить. Да. Как говорится. То есть, соответственно, получаем... Ну, слушай, говорю, хиро-хор такой, ну, больше хиро. Да. Что с этим делать? В принципе, многие взяли себе антитолпа, но здесь как и бы... И снайперов. И снайперов. Мне почему-то кажется, что Сергею будет непросто. Ну, тут двойственная ситуация. То есть, мне потихоньку играть. И где играть? Да. Но в целом есть неприятные моменты для Сережи. Есть вот что-то такое, с чем бы он прям, да, ему бы не хотелось. С другой стороны, как бы, опять же, Сергей тоже опытный игрок. За... Но, опять же, новый ростер. Вопрос, как он к нему подготовится. Вот, мне кажется, вопрос на тренированности — это наиболее открытый вопрос для этого ростера. Да. То есть, я хорошо знаю Сережу, и если он подготовится хорошо, он отлично может этим ростером выступить. И мне кажется, он может им взять очень много очков. Ну, мы посмотрим. Ну, у него есть такая возможность. Угу. Но если он подготовится плохо, средний, то он может плохо выступить, соответственно. Ну, в силу просто необычности для него данной расписки. Ок, идем дальше. Дима, Думгай, Лавев, Гвардия. То есть это та самая мужская сила в очередной раз. Измененная. Давайте посмотрим, что поменялось. Вот тут прям второй хаку-свод. Это прям мое уважение. Мое уважение и мой совет. Ну, я надеюсь, что как-то тоже повлиял на это решение. Короче, там полковник, а второй идет комиссар Ярик. Все просто. 130 очков шикарности. И в мету. И, блин, и в кассу, потому что он все обилки в тему. Вот все просто. Да. И ледак, и рерол колов, и в ХТХ, и в стрельбу. И против орков полный рерол. Против орков прям... Финипешка, еще и в лицо дать. Да. Единственное, ну, сейчас мы, я полностью расскажу, что там еще. 3 астропата, 10 крузейдеров. Это востроя. 4 десятки пехотных, там ласка и плазма. Я уже, в принципе, могу сам по памяти его рассказать, но лучше к источнику буду обращаться. Дальше Мордия, 2 псайкера, Company Commander, 2 по 5 ратлингов. Прям снайперство, снайперство. Да. Мордия сама по себе снайперство. Да. Ну, поэтому расскажем сейчас. 2 пачки конскриптов по 28 и 2 десятки идентичных плазма ласка. И болтер. А, болтер, да, ОМФГ. Кстати, что немаловажно, когда выцеливаешь героя, а эти два отряда можно объединить, болтер, во-первых, это выстрел сержанта, вместо того, чтобы стрелять там, у вас пистолетом, ты стреляешь болтером, у него и рейндж. И сила. Сила очень важный переход с четвертой, с третьей на четвертую против всяких эльдарских героев, там, ну, мелких вообще всяких героев, это прям очень важно. Да, к тому же, многие не обращают внимания на то, что Ярик позволяет вам экономить приказ. Точнее, не экономить, давать другой. То есть он дает рел копеек, вы даете либо ту вунд, либо выцеливающий там, и etcetera, etcetera. Это очень важно. Я еще уверен, что здесь будет релик на больше приказов. Ну, конечно. И там вкачаны эти ребята с кучей приказов просто... А им только 2 надо. 3. Тувунд, выцеливать, лазганы. И двойная стрельба, да. Все. Да.
Ну, это не так уж мало надо кинуть. Но ну, с другой стороны, 4... Дима у нас в этом деле специалист. Да, вот. Кстати, вот эти вот маленькие кубики непонятными маркировками. Грязненькие такие, зелененькие кубики. Знаем мы их. Да, и последняя часть заключительная. Blood Angel, Капитан Степан. В этот раз, кстати... Варлорд, да. И на чем отличие еще? Раньше там был он агрессивный с Мельтой, а сейчас со щитом стал. Уже этот, видимо, четвертый на Ульхерова кидает. Мефистон. На кубы смотрит. Да. Мефистон, десятка дескомпанейцев, там три молотка, но эта часть была неизменна. И три по пять. А три топора, не молотка, кстати. Три топора, да. Прям как этот знаменитый напиток из нашего детства. Моего. Трупса, пачка скаутов ХТХшная с болтером у сержанта. И две тактички с ласками. Здесь вот вопрос был. Я спрашивал, почему он не берет там хэви болтер или ракетницу ту же. Ракетницу хотя бы, потому что она те же 25 дает. Ну, рент хуже, там сила еще 8, да? Вот. Но, с другой стороны, как бы до 3 морталок, извини меня. Но только флай. Только флай. Ну, а если хэви болтер, то можно и по всем. Ну, там рейндж другой, но, видимо, здесь нужно это именно желание в антитех идти, ну, или чем-то такое. В женату. Ну, тут, да, не прям много антитеха такого однозначного. Ласки. Ну, то есть, просто именно прям ярко выраженно. Убери из этих, там, шести, из этих восьми лазок две ласки, у тебя останется не так уж их много. Но тут интересный момент, что капитан взят стрейтом на 5 ФНП, ну, естественно, он станет дискомпани. Там будет 5 ФНП с рерлом КО и 3 инвуль. И это очень прочный капитан. То есть вот этого капитана уже так легко не убить, даже если захотеть. То есть туда придется тратить какие-то серьезные силы, и мне нравится эта вещь. То есть это интересный капитан, которого сложно убить, который может после какой-то вылазки еще и выжить. Да. То есть это неоднозначный смертник. Несмотря на то, что дескомп. Да, да. Здесь еще интерес в том, что в отличие, опять же, от ГГВП, здесь Мефистон, а не второй. Да, капитан, да. Степан. Соответственно, этих... Ну, это вообще разные растеры. Ну, абсолютно разные. Я просто говорю, что бладовая часть. Во-первых, там есть еще и дескомпонент, который будет напрягать. И скрин почистят, и там чем-нибудь и подлочат, и коробку, и... Ну, и антитолпа с доставкой. Антитолпа с доставкой. Случалось мне обсираться и на 3D6. Ну, Тут уже ничего не поделаешь. Опять же, в отличие от того же ГВП, по костам все нормально распределено. У тебя 3 астропата, 2 псайкера. У тебя вся гвардейская магия у тебя есть. Даже с небольшим запасом. Да, и Мефистон. Соответственно, у тебя 6 диспелов ко всему. 7 у Мефистона 2. 2 диспела. Ну, я имею в виду 6 персонажей, давай так скажу. Там еще психут, то есть прям вообще. Нет. Там еще и в голову мечом могут дать. По-хорошему. У астропатов и псайкеров, соответственно, правильно сказал Леня, вся гвардейская магия с запасом, с дубляжами, то есть там нет проблем, как у ростера ГВП, где ты там должен там грызть ногти, молиться, чтобы этот первый каст прошел удачно, и ты не сдох, как сволочь. Вот здесь такого нет. Здесь астропаты страхуются псайкерами. И на одного... На одну модель с тремя вундами в принципе не молишься. А у да, тебя там насрать. Прям... Да, да. То убили есть... псайкера, там окей, у меня еще 4. Да, и здесь как бы цапешка побольше. Да, Что ж ты не говори, здесь можно себе позволить эту историю сделать. Опять же, комиссар Ярик. То есть у тебя идет вострой. То есть рейндж стрельбы у тебя увеличен. Тебе уже там с толпами проще, потому что ты их аутрейнджишь тупо. У них либо 24, либо 18. То есть, ну, 3 трендж, ладно, либо 30, либо 24, а у тебя, соответственно, 36. Это уже совершенно другая песня. А с учетом того, что во строе мы попадаем лучше, мы на 3+, бахаем. Объединенный отряд, да, снова, там да. Вот все эти штуки. Ярик рядом, там один какой-нибудь, две плазмы вперед выше, чтобы там пострелять, там до них дотронулись, оп, мы уже там ту вунд приролили, и все у нас в жизни хорошо стало. Ну,
гораздо интереснее. Это уже не стоит этого недооценивать. Соответственно, другая часть — это Мордия. Ну, Мордия прям. Вот, Мордия очень любит Хаос. Да. Хаос очень любит Мордию. Здесь все взаимно. Ярик, опять же, тоже этим ребятам помогает. И не забывайте о том, что это снайпер. Да, да. Снайперы прям могут прекрасно выцеливать ваших персонажей за приказ. В конскриптов, конечно, придется помучиться, но... чтобы закинуть, но кто ищет, да, да, тот найдет. Да, к тому же, это хороший еще Overwatch. Или, да, или да, дак. Да. Дополнительно жалко, с Яриком не работает, не стакается. Ну, мелочи жизни. Да, с другой стороны, как бы девятый Яриковский лучше, чем конскриптовский пятый. Четвертый. Четвертый даже, да. Да. Вот. Однозначно лучше. Поэтому... Что ни говори, мужская сила потерпела уже ряд изменений, но глобально в своей концепции не поменялась. Обточилась даже, я бы сказал. Обточилась, обточилась и заточилась. Да, обточилась и заточилась прям. И это, на самом деле, говорю, каждый турнир мне интересно, как Дима сыграет, потому что он уже наловчился играть ею как... Ну, собственно, а кто, если не он, потому что только он ей играет. Да, да. Вот. Ростер многофункциональный, то есть, вот объективно может играть с кем угодно. Ну, практически с кем угодно, если против какой-то жесткой заточки. Кроме тех, кто очень не любит героев. Кстати, объективность, мне вот интересно, если бы он с Бальтазаром сыграл. Да нет, с Бальтазаром это неинтересно. Если бы он сыграл с следующим игроком на рассмотрение. А. Мне кажется, это точно было бы интересно. Хорошо. Ну, подскажем уязвимые места. То есть, соответственно, здесь много героев. Даже здесь, сука, они нивелированы. Есть слишком много героев. И они все говно, они дублируются. То есть, по-хорошему, у тебя вот... Я все возвращаюсь к этому ГВП, к Ростеру Арсения с гвардией. Там два мага. Тех убили, и все. Да, да. И что? Ну, соответственно, даже у Триксей. Там, ну, там у 2 Триксей и 1. Чуть попроще там. У них простая задача, среди них есть Приморис, им больше вообще ничего не нужно в целом. Там один дублирующий еще есть, там 2 стропата и 1. Нет, там один. А один он, да? Вот. Ну, то есть, ну там хотя бы есть Приморис. То есть ты первый каст можешь хотя бы нормально кидать, как человек. Ну, что-нибудь хорошее. Как белый людь. Да. Вот. Здесь же. Ну, блин, убивай псайкеров, убивай командеров, ну это сложно. Ну, это прям, это качественный, сильный ростер. Да, есть, тут уже неоднократно прям... показав свою эффективность. Да, нужно очень грамотно играть, нужно очень грамотно сплитить стрельбу, нужно очень грамотно выбирать цели, это сложно. То есть тут, вот захочешь подсказать, не подскажешь. Не подскажешь, потому что кто с этим не играл, тот на самом деле будет там удивлен. Да, вот, да, вот кажется, да, как бы вот куча говна, как бы куча этих солдафонов, там какие-то ласки, хуяски. Что там, плазма вообще? Даже, кто берет плазму? Даже не кто ласки берет в гвардии. Даже не каточане, даже в лоб не дадут. А здесь еще, кстати, вот одним пиком Дима убрал... Попа. Вот мне не нравится, что он убрал попа. Есть поп, ты что? Моя претензия. Есть поп, да, конечно. Тогда всё, все претензии сняты. Тогда, как бы, ребят, вам капец. Вот и поговорили. Потому что вот он убрал Бладовского этого Либродреда и поставил туда Ярика. Просто одним пиком хорошо, качественно усилил свой ростер по всем фронтам, особенно в мете с орками. В мете с орками это на 5 человек в мете с орками. Мне вот интересно, если ТК... А, когда будет ТК играть с Моргентленом, они же играли с Сёмой. Да. И Сёма выиграл 20-0. Да. К неудовольству команды. Дима клокнулся. Там он клокнулся, но, насколько я знаю, это не сильно на что-то влияло. Ну, на самом деле, интересен будет матч-реванш. Да, да. То есть потому что Дима готов к реваншу. Потому что и Дима готов к реваншу, и у Сёмы новые орки. Да. Вот. И мотивация, соответственно, тоже зашкалит, потому что, как бы... Одной стороне хочется укрепить свою позицию личных встреч, а другой стороне хочется реваншировать.
эту историю. В общем, это будет очень интересная битва, если она произойдет. Да, и на самом деле, вот охрен его знает, на чьей стороне. Да. Там я просто с удовольствием посмотрю. Взаимно. Поснимаем и посмотрим, кстати, вместе с нами. Опять же, здесь еще две пачки ратлингов. На самом деле, как бы, ну, блин. То есть это, в отличие от других снайперов, это такая вот полумера, но она может зайти. Особенно у тебя есть... В совокупности. Но в совокупности, когда у тебя есть мордия, которая... И выцеливающие косты даже у тебя есть. Ну, один, ну, один нормальный. Один нормальный, да. И Ярик, который, собственно, дает ледак, который очень не любит ратлинги. И да, ратлинги ничего не любят. И ролл копейкам. Да, да. То есть прям мощно. Мощно. Слушай, респект. Это... Респект. Да, в очередной раз тут как бы что говорить, мужская сила, мужская сила. Димас. Да, Леонид. Мое сердце замерло. Ну, мы вот переходим, как бы... собственно, к тому, ради чего весь цикл был. Весь цикл был задуман, записан. Это наше все, Степан Андреевич. Зотов. Дамы и господа. Ростер Mortal. А, Mortal Kombat. It's in the game. 14 команд поинтов. То есть это будут Друхари, Орликины. Не светлые Эльдары Императора. И не Инари. И не Инари. Вот так вот. Степан уже играл за Друхари и Орликин, кстати. В семерке. Но не очень успешно. Под конец вроде? Не, где-то в середине даже. Ладно, подожди. Ну. Мы это вспомним. Да. Давайте ознакомимся с ростером. Там... Ну, самый необычный ростер турнира, да, честно признаюсь. Батальон. Друхари. Культ. Prophets of Flesh. Инвулец. Тут да. Не удивили. А вот дальше? Сейчас. Гомункул, да. Уриен Рокард. Три... Гомункул со снайперкой. Да, Хекс Райфл взят. И этот хлыст. Дальше. 3 по 10 враксов. Со тоже снайперками. Со снайперками. С асифакторами, которые морталки кидают. Асифактор как? Это Poison 2+. Ну, Poison... Да, это Poison 2+. Рен 3, один дамаг, если убил, на 4 плюс еще морталка. Ну вот, шикарность. Куда же без них 2 по 5 мандрейков. Оружие победы. Тоже с морталками. Да. Mortal Kombat. Mortal Kombat, да. Это неплохо. Слушай, и переходим к интересности. То есть до этого была неинтересная банальная часть, а теперь интересная. Батальон Орликинов, Frozen Stars. Это рукопашный плюс атака щержа и плюс вун стратегема, если что. Вот. Два шода у Сира. Трупмастер. С Орликин Кисом и фузионным пистолетом. Фузионка-то мельта пистолет. Мельт пистолет, да. Да. Дальше. Солитер. С Каресом и с Кисом. Шестерка. Шесть скайвиверов. С зефирглейвами. Еще с хайвайер выстрелами. Степан до сих пор это не поправил, но по суммарной стоимости высчитывается, там, что это 6 хайвайер. Короче, в закачке. Да, да. В топе, в классике. Трупа 12. 12 трупорей. Орликин 5 каресов и 1 орликин кис. И 2 трупы по 5. Ну, без закачки. Да. Вангард. Орликин Dreaming Shadow. Это отстрел после смерти, стратегема на больше выстрелов с героя за каждый хит 2 хита, на шестерку 3 хита. И, соответственно, там выцеливающий, супер выцеливающий героев Deathjester с 2-3 хитами, с артефактной пушкой, может быть, то есть там прям... Релик, Certainfall. И, соответственно, вот это, собственно... 3, он, у него Deathjester и Warlord. И два кореша с ним, таких же. И там же еще Shadow Seer. Дополнительно. То есть три Shadow Seer, три Deathjester. Лёнь, объясни, я не понимаю. Я тупой слишком для этого ростера. Честно, сходу
Да не то, что сходу. Первые, получается, сколько дней Ростера есть вот на актуальный момент? Ну, в воскресенье ночью их скинули. Ну, считай, фактически 4 дня. 4 дня, да, 4 дня. Понял только сегодня, на четвертый день. Когда я просто сел, открыл оба кодекса и прочитал про каждую пушку, каждую обилку и все в этом духе. Тогда я уже понял. Ну, насколько можно, естественно, насколько понять. Насколько ты мог. Да. Да. А, собственно, это мое примерное представление, как будет играть Ростер. Как оно будет на самом деле... Никто не знает. Да. Есть 30 врагов. Это прочная земля. Там с гомункулами, со всем этим. Мандрейки в дипстрайке, там кто-то, кто-нибудь еще может уйти в дипстрайк. Ну, всякие такие вещи. И дальше начинается игра. Ищется какой-нибудь лосблок, за него там кто-нибудь прячется, там встает герой, там еще другой герой. И тебе начинают закидывать отовсюду морталки. Там, вот, собственно, Mortal Kombat. Это не просто так название. Mortal Kombat в первую очередь про морталки и про рукопашку. Красивое название. Кидаются отовсюду снайперки, кидаются морталки, очень легко убиваются легкие герои, даже среднего героя можно замочить за один ход совершенно спокойно. Да, с доп-хитами. Артефактная пушка со стратегемой, там еще одной стратегемой, просто может, я бы сказал, разорвать какого-нибудь героя, а там еще дополнительно снайперок много. То есть и еще два джестера, и еще просто там 4 снайперки. В общем, все нормально, героям очень больно, очень неприятно. Отовсюду докидывается одна-две морталочки, кидается этот галлюциноген, который тоже до 3 морталок кидает. Он там по ледоку? По ледоку, да. И вот так вот отовсюду начинает это все заноситься, и потихонечку таким образом расковыривается, ну, много что расковыривается. Тот же самый, например, какой-нибудь Kill Team, да, вот как раз о том, почему это... Хрустальный молот, вот просто 10 вундов в отряде, и туда кидают там 2-3 мортала. Все, просто прощай. Вся игра. И таких вот вещей будет, я уверен, много. И там очень много минусов to hit именно по инфантри арлекинам. Важный момент, что только по инфантри арлекинам, а не по арлекинам в принципе. То есть байки... менее защищенные, но они защищены сами по себе, у них базовый минус хит. И получается, в конкретную пачку, собственно, в 12 тел Арлекин, вот в этот большой отряд, можно сделать минус 3 to hit, минус вунд и 6 ФНП и 3 инвуль. Ну, то есть, там, пробивайся, это займет много у тебя времени. Причем неважно ничем. Да, да. То есть, чтоб у тебя там не было, легко там не справишься. При этом все очень мобильное. Есть там редепой враксов, то есть там убили 9 враксов, один редепойнулся, как Tide of Traitors, восстановил полностью отряд, вот тебе снова нужно убить 10 враксов. А 10 враксов в 5-й Тафне и 4-м инвуле, это не то, что легко умирает. Еще есть редепой героев. То есть, можно... агрессивно почаржить героями, врезаться куда-то, кого-то зарезать, а потом во вражеский ход уйти стратегемой. Ну, это вот, которая дипстрайкает. Убирает трех героев и дипстрайкает их. То есть способов всяких таких мелких моментов, что, собственно, является основной силой, просто миллион. И очень много мелких источников дамага. При этом для каких-то серьезных разборок есть два больших юнита, это, соответственно, байки и 12 игроков, плееров. Труппа. Соответственно, эти юниты под плюс вундом, плюс атакой на чаржа, они вносят очень серьезный дамаг. К тому же там инволь. Да, то есть они не умирают. Есть солитер, снимающий Overwatch просто за один команд поинт, ну, за релик, короче. Он может снять Overwatch, потом туда зайдут все ребята, там наваляют. У него, напомню, вроде у него даже был тот блатной Overwatch,
снятия, когда не, говоря, не отряд не может овервотчить, а по модели не могут овервотчить. То есть там тау такие. Ма-ма-ма-ма-ма. Ну там вроде да, там вроде по нему нельзя овервотчить. Угу. Вот. То есть прям очень сильно. Именно вот мелкими моментами, это прям круто, это сильно опасный рост. Ну, Степа ставил. Да. Но, как всегда, очень много вот всех этих тонких моментов, очень хлипкие юниты, если их точечно разбирать, фокусировать огонь, все в этом духе. Тоже вражеские снайперы вполне себе хорошо заходят. И, условно говоря, серьезная кувалда может просто сломить этот рост. Притом иногда там оставляя весьма мало шансов на какое-то ответное сопротивление. Но тут, соответственно, уже игра вот, могущество ростера, тонкости управления, знание правил, очень много всего. То есть, ребят, когда будете готовиться, то есть это, собственно, к игрокам команд, очень рекомендуем прочитать кодекс Арлекин еще и Дарк Эльдар. Потому что даже там вы найдете пару приколов, я уверен. Да, можете отдельно себе распечатать лист стратагем и особенностей пушек тех же врагов дальности. Джейстеры там. Да, вот эти. Насколько там хекс-райфлы стреляют, что такое сифакторы. Почему хекс-райфл хэви, но у него есть рэнд первый. То есть очень много мелких нюансов. Да. И прям рекомендую играть с кодексами. Вот прям совсем. Ну или попросите оппонента, чтобы вам показывали, что там есть. Да. Дабы обоим сторонам не забыть, какое многообразие обилок есть у армии. Потому что их там дохренище просто. А ростер, на самом деле, ну, можно сказать, самый интересный. Ну, как обычно. Тут здесь Степан со своем стиле, здесь ничего не скажешь. Тоже очень интересно пронаблять, как это будет играть, как его будут разыгрывать, против кого его будут разыгрывать. Я бы посмотрел тяжелые матчапы для этого ростера. То есть какое-то испытание действительно огнем. То есть не просто там, ну, взял там какой-нибудь там, грубо говоря, нуба там победил за 2-3 хода. Нет, ну, я условно говоря. Что там человек вообще не понимает, что происходит. Там раз, все, ты уже умер, короче. А потом смотри народный репорт, да? Да, у тебя одна модель, короче. Хочешь узнать, как это произошло, подпишись на народный репорт. Да, во имя императора. Хотя, как он здесь может говорить во имя императора? Так это же Арлекины императора. Тогда летающие ринки, как рейдеры, были... Не написано, что Арлекины императора. Тут. Вот, Степан, нам интересно, как вот вы это, будете эту дилемму решать. Косяк. Вот, нет, все-таки, значит, не самый крутой ростер. Так и запишем. На самом деле, как бы, игроки известны, кто будет. То есть, откровенно слабых игроков там нету в командах. То есть, в принципе, уже можно рассчитывать на 4 интересных игры. Я бы, может быть, даже сказал, что намечается чуть ли не самый интересный челлендж на моей памяти. Ну, да, соглашусь. Вот именно, наверное, не столько в целом, как сам челлендж, а в процентном соотношении на... Ну, сочетание игроков, команд, на игры. Да, игр. Да. Это есть... мы сейчас перейдем, давай закончим с командой. По Степану, в принципе, ну что здесь можно сказать? Это ростер, который с виду кажется, что это вот куча какого-то говна в третьей тафне непонятного, который там умирает от любого чиха с небольшой там вот этой плотной землей в виде враксов, но которые даже не гротески, да, но тем не менее хорошо держат. При этом куча мелких правил, это куча магии, куча вариативности, то есть это, ну, в принципе, зависимость от стола будет. Да, тут определенно. Она прям стол и ход это важные моменты прям будут. Потом еще момент не. Ой, как бы. Как сказать, не заблуждайтесь кажущейся легкостью, хрупкостью юнитов. Они тут весьма не хрупкие. Да, то есть, если есть нуль зона
и прочее, и вы там подошли, сделали, скастили, то вы, конечно, молодцы. Но помимо этого, но еще именно стихи, да, но и сначала сделайте это. Хорошо сейвятся все юниты. По-хорошему, они либо в дипстрайке, либо под обмазами, либо под стратагемами. Там за лосом, короче, в этого нельзя стрелять, этот герой там туда-туда. Да, говорю, посмотрите внимательно стратагемы и способности, и масок, и юнитов, и прочим. Можете даже выписать. Потому что огромное количество обилок, способностей, фритов там и прочей радости, которые, ну, сложно запомнить сходу, если ты с этим не сталкивался ни разу до этого. В целом впечатление ПТК. Самая такая интересная, простите. Интересная команда. То есть они не то чтобы супер экспериментаторы, но их листы наиболее такие разноплановые. У них больше всего вариантов игры и все в этом духе. Возможно, они менее могущественные сходу. То есть вот таким... это не просто кто-то сел и на калькуляторе посчитал ростер. То есть там типа взять самую могущественную вунду за очки, посчитать. А это совершенно другой подход. Да-да-да, размножить на до лимита, пока 2000 не заполнится. Вот. Это как раз несколько другого характера подход, и в целом это будет интересно. Слушай, мне что понравилось, опять же, ты правильно сказал, то, что разнообразно. Я не считаю то, что там серпенты... Нет, серпенты это вот как раз везде нужен молоток. Да, ну то есть здесь молоток именно то, что он как бы убивает. Убивает. Да, ну хотя в принципе нужен может. Твердый щит. Да, либо там тут правильно сказал, то же самое этот твердый щит. Но при этом, говорю, из интересных это и мужская сила, и ростер Степана, и орки интересные. Да. Даже интересно, как Бальтазар сыграет. Хотя вот но тоже... Но тут, тоже... наверное, просто интересно, как сыграет Бальтазар, а именно не как сыграет его ростер. Вот ростер у него тоже такой, ближе такой там что-то молотощитовый. Но он... Он более простой, стабильный. Да. Но при этом как бы... Не его привычный дисгард. Здесь, на самом деле, ты прав. Да. Мы будем смотреть, как именно Сережа сам сыграет, нежели как сыграет его ростер. Хотя это, в принципе, там однотипные, корреляционные. Знаете, в целом, теперь глобально обозрим команды, которые у нас играют. Четыре команды. Слушай, мне понравилась тайная команда, мне понравилась Трикси, честно. Вот то же самое. Но при этом отрыв там и ГВП, и Тленомора, это не так, чтобы как бы, ну все, теперь лапки склеили и не играем. Это то просто есть, там типа чуть-чуть. Это вот именно, опять же, интересность. Да, интересность, да. В росте расстроения. То, собственно говоря, куда шагает мысль. И вот на самом деле ты правильно сказал еще то, что интересный будет челлендж, сильный. С хорошими игроками, с хорошим составом. И, честно говоря, вот хочется очень много игр в моменте посмотреть. Да, да. Потому что понимаем, что каждый сыграет с каждым, а некоторые по два раза. И, столько ростеров, столько игроков, за которым хочется посмотреть. А глаз всего два. Да. Ну, ничего, камера поможет. Камеры поможет, да. Мы что-нибудь с этим придумаем. Твое мнение, ты у нас уже как аксакал челленджей, ты уже сказал то, что это самый сильный по составу, что еще добавишь? Или в принципе, по всем ростерам, что скажешь? Мало одинаковых листов. На прошлом челлендже их было побольше. Ну, на прошлом были Паксы, Эльдары. Эльдары, ИГ. Гвардия была... Танковая парковка? Ну, там парковка или бригада, но они настолько мало в целом различались по основной глобальной идее. Собственно, у вас гвардии не было, вы и победили. Да, ну, мы своими путями там, да. Да, помню. Да. Слушай, из похожего вижу орков, но это не у всех, то есть там они отличаются. Они разные, но не принципиально разные. Эльдары. Эльдары вот такие, как тоже два вида таких. Два вида, да. Орков, два вида эльдар. Да. Вот. Ну, при этом нету
Хотя не, все-таки есть. Опять же, мы видим, как команда, собственно, подходит к ростер-билдингу. Да, очень большие отличия. Просто ты понимаешь, глядя на ростер, как он считался, как он собирался. То есть, какие идеи, каким способом просто это бралось в ростер. Угу. Потому что мы видим, собственно, где есть желание нестандартных ходов, желание поэкспериментировать, а есть, где взяты просто уже проверенные инструменты. И будет интересно посмотреть, что из этого в итоге-то окажется более правильным выбором для челленджа. Или у кого лучше паринг мастер. В том числе, а это совокупность. Ну, понятное дело, что ты выбираешь из того, что у тебя есть. И на челлендже еще как нигде. Вот ты, кстати, скажи мне, как паринг мастер. Понятное дело, то, что на 5 ростеров там другая система распределения парингов. Очень сильно отличается. Ну, очень сильно отличается. Я к чему? Это то, что у тебя там универсал, или там у тебя какие-то специфические растера, или там взял экспериментальное что-то. Это плюс-минус, хорошо-нехорошо, новый риск, запутать противника. Как это происходит? Как это вживую выглядит? Ну, как человек, сыгравший за козлов, сыгравший 60 очков из 60, именно за козлов, эксперименты на челлендже имеют место быть и могут быть весьма успешными. Прям наглядный пример. В целом, на 5 человек, именно конкретно на челлендж, конкретно на паринге челленджа, очень совершенно другой Warhammer. Там другие вещи преобладают. Все более так оголенное. И каждое решение имеет куда больше последствий. То есть это очень интересный формат игры. И в целом я прям очень рекомендовал бы участвовать в подобных вещах. Как не обязательно в самом челлендже, но просто вот в чем-то подобном. Вот. Паринги другие на 5 человек, они позволяют получать вот конкретные ситуации, ты точно знаешь, что они произойдут или не произойдут, что ты можешь спасти, что ты точно не сможешь спасти. Это позволяет по-другому собирать листы. С другими целями, другими задачами. С задачами, которые ты никогда не встретишь на 8 человек, потому что там просто другие паринги. Там как минимум есть вот этот чемпион, здесь нет чемпиона. В привычном понимании. Это уже очень сильно все меняет. И, соответственно, ну вот, все эти сложности, все эти моменты, это все очень важно, это все очень влияет. И другая игра. Ну, да, по фаворитам. Ну, у тебя понятно, кто фаворит. Я, на самом деле, тоже не буду свое мнение высказать на этот счет. Мы лучше голосование проведем тоже. Посмотрим, как наши добрые граждане, наши подписчики и зрители проголосуют, кого они считают более интересным или более профессиональным, кто им больше импонирует. И потом мы проведем, собственно, отчетную сессию, посмотрим, кто оказался прав. Так что, ребят, пишите, кого вы считаете лучшим. Возможно, почему, что не понравилось, что не понравилось. Мы будем, соответственно, вести репортаж с места событий. Постараемся как бы и фото, и видеоматериалы подготовить. Ну и потом нас ждет, как обычно, итоговые видео о результатах. Надеюсь, у нас каких-нибудь горячих материалов мы оттуда понадостаем. И каких-нибудь сенсаций, возможно, припасем тоже. Будет так, интересно. Будет интересно, факт. Ребят, спасибо, что смотрели. Читаем, подписываем, комментим. Мы с вами Друг Народа и Леонид Попов. Миша. Все, спасибо, что пришел. До связи. Пока-пока.